Пусть женщины сегодня улыбнутся. Сегодня наступает праздник ваш. Журчат ручьи, и в небе песни льются. А за окном лишь праздничный пейзаж. 8 марта дарит беззаветно всем женщинам красавица весна. Пусть небо будет ярким и лучистым. Пусть будет жизнь прекрасных дней полна. С праздником, дорогие женщины! Весеннего настроения, чтобы на душе было спокойно, тепло, а мы постараемся как раз вам это обеспечить. Мы всех вас любим, поздравляем с наступающим праздником весны, с вашим днем 8 марта. Спасибо вам, что каждый день радуете нас своими улыбками, а мы, в свою очередь, постараемся радовать вас всем, чем можем. Я поздравляю наших красивых, милых женщин с наступающим праздником 8 марта. Хотел бы пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, ну и всего самого наилучшего. Восьмое марта, цветы, поздравления, улыбки. Наш девчачий день. Поздравления от мужчин. Это очень приятно всегда лишний раз получить такие поздравления. Вот, спасибо большое. Это в первую очередь начало весны, конечно. Новое настроение, новые ощущения, новое какое-то ожидание чего-то хорошего. В первую очередь начало весны. 8 марта, но это весна. Весна, хорошее настроение, счастье. Замечательная традиция, надо ее продолжать. Я думаю, что это вселяет огромный оптимизм и радость, естественно, весенняя. Я так люблю нашу эту вообще великолепную традицию. Прям очень хочется каждый день, чтобы так начинался. Дорогие женщины, поздравляю вас всех с праздником весны. Счастья, здоровья. И чтобы в ваших семьях и в ваших глазах всегда звучал смех. И был этот смех виден. Пусть ваши желания сбываются. 8 марта всегда весенний праздник, солнышко светит, поэтому на душе очень приятно, радостно. И это, конечно, заслуга наших женщин. На нашем заводе работают не просто красивые женщины, очень умные, трудолюбивые. Поэтому удачи им. И самое главное, чтобы они любили, а мы их любим.